Это трогательная история о том, как маленький крот, проснувшись и выглянув из своей норки, обнаруживает у себя на голове теплую шапку. Пытаясь выяснить, кто на... Что, на колени сразу кататься пойдем? Нет, там сын катался, может, или может сам кататься, или там высокий, худой. А я не знаю, мы из Булакова. Ну, пойдем, будем знакомиться. Пойдем. Ты туда не ходи. Собачка в кость? Туда ходи. Приехали за независимой подвеской. Зачем вообще поехали в Тольятти? Вов, ты играешься с ней. А что, она цапнет? Я не класс. Цапанет, да? Короче, хотели попасть в музей автоваза. Из-за этого сраного коронавируса он не работает. Придется, короче, без музея автоваза сегодня обойтись. Айвах. Авах-вах, здрасте. Вах-вах. Куда деньги сувать? Деньги сюда сразу все свои деньги, ну, в принципе. А это точно не таджиками сварено? Назову это. Если вы здесь найдете одного таджика, я вам отдам все деньги. Если не найдете, вы платите войну. А там бегал один какой-то с метлой. Смитлой таджик? Здесь нет. Или со сварочником, я что-то не заметил. А там детали все доварили, да? Да, сейчас последние детали, которые не доварили. Смотри. Вах-вах. Вах-вах. Что, телефон держать? Да. Ого. Здесь телефон. А, у меня зарядка. Принт, по-моему. Ну, короче, как тольяттинский экзибит, короче, да? Ну, ладно, там сказал. Да. Калина ржавая? Ржавая? Можете как? Ладно, не урчи. Сейчас просто пытаешься очень сильно попасть. Там наклейки какие-то отваливаются с него уже. А сколько ей лет, кстати? Я ее постоянно видел на ютубе. Вот мой... Целый год смотрю, и там Карина ездит. Это она, да? Она заводится, да? Встретимся с легендой. А, это за год? А, вот за год, да? Вот это маленькая. Это только раз подвеску сегодня купили? Все, не отвлекайтесь. Чем больше болтать, тем меньше будет работать. Ну что там, пушки, наркота? Что там, сначала, как говорится, перевку, баньку обмыть, да? Естественно. Я вообще думаю, что не искать повезут. Все здесь собираю для вас прям. В лучших гаражах России, да? Да. А на тройку что можно спидерить? На тройку? Да. 21.03? Да. Лучше ее проводить. Даже тут для меня ничего нет. Даже тут для меня ничего нет. Ты знаешь, я профессионал. Представляешь, на чем я только не ездил в этой жизни, честно? На самолете ездили? Ой, на велосипеде. А что, сюда идем? А Калина, она же снизу. Она же снизу. Сейчас, говорю, приду. А, я думал, вы как Бэтмен у нее запрыгиваете со второго этажа. Обязательно. Так нас какой-то дядька лысый привез, а теперь куда он пропал? Ты не заметил? Он нас вел, а как только мы подошли, он сразу резко исчез. А что это Калина? Что это? Я не знаю даже, что это. Ты где видел? Сколько там? 100 просмотров? Кто там? Академик на ней катается. Дурак, пойдем посмотрим. Пойдем заценим, братан! Я видел эту тачку на ютубе. А я видел эту собаку на ютубе. На ней этот катался. Блохи на ней катались. Да я ж пошутил. Вах, как! Какой ржавый тачка. Где там 50 тысяч? Видно их? Где они там? Вон там. А где дисковые тормоза? Тут же все самое лучшее засунули на эту тачку. Ну, автопарадок не производит дисковые тормоза. Где? Ну, можем посмотреть. Где мои 50 тысяч? Как нагибаться, чтобы их увидеть? Может, ты когда чинишь, увидишь 50 тысяч эти? Здрасте. Андрей Курович. Сергей, да, Сергей 2.
Проверим, что она сейчас выставляет, да? Да. Что там сотку на второй? Чехов здесь нет. Но тем интереснее будет попробовать блокировку. А блокировка это для трогания получается, да? Для всего. Для поворотов, для трогания, для устойчивости, для рулёжки. Да. Ха-ха-ха! Задней скорости. О, в натуре ржавая. Короче, можно по сугробам гонять, не париться. Один год мы сняли. Потестируем с ним. Меня трижды. Особенно, когда препятствия прокрылись. Типа кошки, собаки там, да? Нет. А вы продолжали все по сугробам ездить без подвески этой, да? А она в коробку там встраивается, да, там? Да? На саморез, да? На саморез. Тогда уже лучше со сваркой. Просто заварить сразу. Нет, есть еще одна такая блокировка, электродуговая называется. Это самая лучшая. А заварить все там? Конечно. Редуктор заварить? Ну что? Хорошо, катайтесь. Да, поехали. Че, мы сейчас тогда это, до Сызрани назад. Поехали, поскольку потом будешь говорить. А я сзади сяду. Можно я сзади? Можно. Она открыта? У тебя под задницей 50 тысяч будет. Ой, тут коврики как у Лексуса. Ой. Ломс, машина моя. Боже. Ну карбюратор главное настроенный. Здесь карбюратор тоже уже нет. Или здесь уже инжектор стоит? Нет. Оп. Здесь педальный привод. А, просто сказали, здесь самое лучшее стоит. Come on, my baby. 2, 3, come on, my baby. Yeah. Самый лучший педальный привод. Зачем изобретать велосипед? Так и велосипед же это и есть педальный привод. А? Глушитель тоже стоит? А в продукт? Да. А, это так он громче такой? Да? Еще на приводе такой же был? Да. А как ты хочешь, чтобы машина ехала? Он в стоимость входит? Да. Это все в комплекте. Че, глушитель надо еще менять, что ли? Конечно. О, а что, так можно? Нам можно все. А, собака привыкла, даже не просыпается. Собака меня за... Не, что, в натуре такой глушитель первым тобой, да? Это громкая резко, вот. Что, ничего? Наоборот, вот так вот. Здесь вы как ехали? Ты прям как в игре Dirt Rally. Я не знаю, так и не играете такое? Нет. У вас Dirt Rally в реальной жизни. Вот за нами, походу, ГАИ уже едет. Сирены я слышал. А что мигает? Это чек сгорелся? Ого. Я понял, что это очень страшно. Нет, это не очень страшно. Это ты будешь уметь. Выруливать. Типа вырулить любой ситуации, да? Это типа, как... когда оба колеса начинают ворочаться. Поэтому рулить надо. Это, короче, когда без 5:10, а тебе за пивом надо, да? Да. Натуре, а? Вот теперь полтора. Это не нужно, да? Нет.
страшно еду на четверке. Скажи спасибо, что я так не еду. А на заднем приводе также можно кататься? Я не буду на заднем. Я тебе могу сейчас на полном приводе покататься. А что, на полный привод сейчас? Ну вот рядом не постоянно. А здесь впереди сейчас привод? Это впереди привод. Типа глушитель в подарок, да? Есть комплект. А там только конец или от начала до конца глушак? Середину задней части. А ты карбюратор сам докупаешь, да? Карбюратор, если хочешь, докупи, мы тебе его прям сделаем. Прям глушитель приварите? О, прикольно. Ну мы же это выживем, да? Не знаю. Он застрял. Тихо, держись, ты меня тут не надо валить. А почему ремень застрял? А вот, все. Я понял, пока. Вот теперь понимаешь, что ты независимый от подвески? Она же для этого устойчивости, да? Ну ты видел кольцо, в какой скорости мы прошли? Я боюсь таких кольцов. Мы его прошли примерно в сутки. А 17-е колесо можно ставить? Понял одно, что у вас есть страховка. У нас есть такие гоночные такси. Это как в фильме «Такси»? Нет, это как. Ребята с Роснефти могут катать на спортивной машине по гоночной трассе. Это на КАМАЗах, которые гоняют? Нет, КАМАЗы это набережных. А, КАМАЗ мастер, что там? А это вес Роснефть такая, да? Да, да, да. Ты там что, как там? Как сам? Как сам? Жить буду, да? Я больше не поеду никуда. Почему? Тебе не понравилось? Ну... прям круто, устойчиво, прям. Это просто, это такие шины. Обычные шины? Круглые, ну, да? Резиновые. Нет, нет, ни липучки, ничего. Липучки, но только стертые полностью. Ну, сейчас видишь, посмотришь, какие. Короче, ну... Подожди ты. Не убегай. Ты сейчас, наверное, ты хочешь прокатиться? Я? Я не хочу. Я уже 50 тысяч хочу отдать и уйти. Меня напугали. Брюки пришлось выбросить. Я дверь от страха даже закрыл, чтобы не вылезть, кстати. А, может, вы поставите? Ну, если вы готовы, то платить еще 25 тысяч. А почему, кстати, так дорого установка? Мы вон за 5 косарей нашли в Блакова. Так а куда загонять? Ну, вы, короче, тольяттинский Вин Дизель, да? Не приведет ли это полному краху. Это туда, на склад? Че? Страшно было? Да, там такие круги он надавал. Да, что, ты на своей бы так не смог? Жаку. Я бы даже и не стал бы так рисковать. Ну, блин, устойчивость вообще мягко, так жесть. Мягко, что ж, жесть, да? Мягко, устойчиво, прям. Ну, там вообще так страшно было. Может, это нормально, но вот, я так никогда не собирался бы делать. Риски такие огромные, жесть. Да. Че, что, поможешь, че кого? Да, отстегивай то сиденье пока. Сиденье. Ты... А я им говорил. Че говорил? Как он поместится?
Что-то даже не я покупаю, а мне так страшно, что мне даже это. Что-то даже меня самого трясет от таких покупок. 500 косарей. 500 косарей. Подарок. Что это вообще так дешево? Офигеть. Подрамник, блокировка, задняя подвеска, опоры. Все? Укладывают? Да, там в Овчанске установят. Короче, вот эта груда железок стоит 50 косарей. И даже входит часть глушителя последняя. Ты отвлекаешь меня от работы, а я зарабатываю очень много в час. А я еще больше. Вы сколько зарабатываете? Я в два раза больше скажу. Ты можешь это сказать. Я блогер, скоро заработаю. Все? Все, поехали. Все, поезжаем, поехали, да? А где она? Сзади. Короче, все, содрали, сказал спасибо, что содрали с нас 50 тысяч. Оказалось, это Нива вообще без пробега, практически, ну, новая, короче. Какой-то проект. Что-то мы, наверное, у них спойлернули. Что у них там за проект, я вообще не в курсе, какие у них там движухи, какие у них каналы, что они там делают, я вообще, если честно, вообще не в курсе. Это Серега что-то насмотрелся каких-то видосов, а я так чисто, взгляд со стороны, эксперт. О, фига себе натуре, а, паутины из проводов. А, у меня еще много, я думал, они тащить своих блоковских ребят. Корешей, да? Вон для них коробочки, да, уже припасены? Для рекламы надо что-то это... позолотить. Ребят, наклейки видал, с удовольствием кончились. Блин, ё-моё. Может тогда похрустеть купюрками? Бесполезно. Мне не жалко, я реально многим управляю даже. Понял, короче, за 50 тысяч и наклейки даже нет, да? Закрывай капот. Письмо вышлю. Письмо? Только первым классом. Тест ты сейчас попробуешь так же поездить, как он ездит на своем приводе. На переднем, а потом... А ты снимал, как он едет? Да. На дыре? Да, я все снял. Съездил уже на дыре. Здорово! Давай быстрее! Как сам? Давай быстрее! Ну, ты там до скольки сегодня работаешь? Ну, до 6 до полчаса здесь. А, ну я где-то к 7 приеду, я мог показать тебе все. Давай, хорошо. Подождешь, да? Наберешь. А поставишь когда? А когда ты приложишь? Сегодня оставишь? Ну, если я сегодня, ты меня увидишь, то да. По-тупому могу тебе отдать ключики. Ты ее просто оставишь и без всяких заебов поставишь машину, и все, я... Ну да. Ну, сам да, за ночь да, соберет, да? Да, там что, сам будешь собирать сколько все, хочешь. Ну давай, решим, давай. Ну, давай, я подъеду, наберу, как буду заезжать Бабакову. Как Форд. Как ссал килограмм? Это вы ссал килограмм, блин. Это как... Ну и чё? Круассан. Блядь, гринвичи зашли, сразу чувствуется. Оба. Жареные. Зажаренные, да. Зажаренные. Копченые. Подрумяненные, да? Ну да. По запаху чувствуется. Маслицем пахнет. На бензинчик. А ещё оливковым? Пойдём, поедем, все посмотрим. Да что там смотреть, гайки крутить и все. Если нет, саморезами. Если нет, у тебя сварочник есть. Прибавишься. Что там, карбюратор забарахлил? Чем такая же Переделкина, как вы? Подарю? Нет, тебя не касается, я стандартная машина. Круто, ты одел, что ли? Да.
Да, времени нет, знаешь, что скажешь? Или накосячь сейчас покраски все? Да, доделал. Нет, доделал. Я просто последний что-то сходу смотрел. Вроде нормально. Пойдет, да? Да. Вроде симпатично. Ну, блин, если ты говоришь, что значит правда. И все, что слаб же примет, не сигареты. Для тебя? Для всех. Бля, только палы отмахнул. Бля, да как то? Да хуя. На телефон звони. А, нихуя ты, блядь, ебанул, ты ранутый, ебать. Ебаться, улыбаться, да? Че там? Ну там 50 косарей красиво. А здесь некрасиво? Здесь там... пока груды в металл, я вижу. Там? Где этот самоблок, блядь? Отрел. О, мой хапчик что? Вот это. Интересует, куда она ставится. Коробку там. Ну, мне сказать, как я наклею, а продукт. Эх, нихуя себе! Как генератор, только из подшипников. Он что-то сказал, в коробке надо какие-то 4 подшипника. И нет, она уже. Ебать, не инструкции, не хуйню. Там в интернете он сказал видос, там все есть, говорит, да, от и до. Кинь сразу. Давай систему, Маня сейчас объяснил. То есть ты когда трогаешься, колесо забуксовало, допустим, у тебя 2 колеса сразу хуйню. То есть ты трогаться будешь, скажу так, вот, пизданул, она у тебя с 2 колес. Мне кажется, болты сами крутятся. Уже просто сказал. То есть вот это пятак, все остальное пятак. Понимаю, да. Да, то есть пятак, то есть он говорит, пятак 4, говорит. Ну, либо 4, если сложности возникает, то пятак правильно. Заработать. Ну, это по-любому, это прям сразу пятак. Я сразу. Ну, я тебе просто сразу говорю, пятак. У тебя 17,5% в векселях погашено за финансовый год. 8% в акциях и облигациях. Девятку переносим, делим на валовой продукт. К счастью, похоронные венки налогом не облагаются. Приши этого халявщика. Женя будет пацаны. Лучше не ходить туда, да. А у нас циркулятор, батарейки новые? Да, да, я не понимаю, у них там не плюсуется, умножается, да, сразу. Там еще и шеф присутствует, причем. Так умножать и плюсовать, а делить. Плюсы нет, там умножение. Может, я тебе говорю, то есть. Постарее одеть, подожди там. Я еще не пьющийся. Да мне так оно все дерьмо. Коньячком вот. Ну смотри, я тебе говорю, может пока я вот эту финансирование оставлю. А смысл я ее купил, и сейчас я ее отвожу? Нет, если ты сейчас располагаешься, то есть, видишь. А это потом все снимается легко? Коробка отдельно снимается? Коробка вообще-то отдельная часть. А, может тебе кто-нибудь за пару рублей достанет эту колбасу туда? Давай, знайдись, пару рублей эту коробку снять. Ну вообще да. Ну я как бы это, я ничего не говорю. Я не знаю. Я чем не разбираюсь, я не говорю. Не, я тебе просто говорю. Я пришел забрать Civic. У нас полетели тормоза и нужна новая коробка передач. Что? Я хотел только сменить масло. Вам повезло, что вы обнаружили эти проблемы сейчас, прежде чем случились большие неприятности. Распишитесь здесь, но здесь нет цены. Будет. What?
Это кто? Сейчас узнаю, сейчас я. Где он там? Давай узнаем. Да. Сергей? А? Ты что, самое, озорвыш? В смысле? Ты куда летел, как бешеный? А, да это... Да мы тестировали там... Скажи, скорость. Газ заело. Нихуя себе по такой дороге тестировал скорость. Ты видел, сколько ям было? Да. Жесть, я вообще ни одной не почувствовал. Ты ни в одну не попал? Я не знаю. Ну вот, блин, вот мы проехали такую просто жопу вообще. Скорость была 130 на 17 колесах. 130? Да. На дуре? Да. О, а ты сейчас можешь туда? Сейчас мы тут повернем, где вот эти вот рельсы, и налево, и так погонишь, а я еще спидометр туда покажу. Ну тут плохая очень дорога. Ну как раз тебе для теста. То есть это второй уровень, еще хуже дорога, да? Ну да, тут может быть вообще жопа. Ну, как говорится, мы жопу не боимся, да? Блин, не знаю. Давай вот этого ложка кредитного сделай. О, до свидания, дядя. Ну ты чувствуешь, как комфортно? Комфортно! Крыса падает. Блин, вот когда крыса не упадет, будет комфорт. Сколько там? Сотку уже едем. Соточка 110. Ну-ка, еще. Какой там, шестая уже скорость? Еще один кредитный позади остался. О, кегля впереди. Аккуратно. Соточка. Блин. Страшно. А теперь сделай виляние как-то. А что, даже на сотке можно так делать? Да, как он хочет скорость. Ааа, птички! Ой, 120. Ой-ой-ой-ой-ой, крысе вообще комфортно. Крыса, кстати, даже не упала на скорость 120. Блин, да, ну это мощно. Нормально так. Блин, как мы прям быстро проехали этот участок, да? Да. Крыса! Ой, походу крыса сдается. Давай
крыса назад вернулась. Крыса убежала. Ой, ну нормально. А я думал еще, когда мы есть, как он так делает, ну это невозможно так сделать. Ну мы же это выживем, да? Не знаю. Как он так гонит? Ну да, такие повороты просто, блин, просто сумасшедшие повороты. А когда чувствуешь машину, начал так же вот ездить, чувствовать, ты уверен уже в том, что ты можешь пойти. Типа сначала очково было, а потом уже пришло понимание, да? Да-да. Где крыса? Вот она. Дай сюда. А то ей некомфортно. Самая трудная борьба – это борьба с самим собой. Я попытался в этом разобраться. Как вас зовут? Георгий. Георгий. Зачем вы поставили эту подвеску, Георгий? Блин, ну это же круто. Это. Блин, ну... В первую очередь для комфорта. Вам вообще стало комфортнее? Конечно. А было некомфортно? Ну, на 17-х колесах, на такой резине получается. Ну, жестковато, может, немножечко было. В сравнении Ram 6400. То есть вы заявляете, что Приора некомфортная машина? Блин, хватит свои клоунские вопросы спрашивать. Блин, представь, что ты в интервью у Дудя, он тебе каверные вопросы задает. Вот. Комфортно? 17 колес, вот комфортно. А это комфорт плюс? Да, комфорт плюс. Следующий вопрос. Сколько вы потратили на подвеску? Вместе с установкой? Да. Мне сначала все по отдельности. 49 тысяч комплект. Получается, это задняя независимая подвеска, которая стоит. Которая не видно? Ну да. Где-то она там есть, да? Ну где-то да, там есть. На рычажке. Ага. Получается, опора задняя на стаканах. Это здесь, да? Да, вот. Опора, получается, передняя. Ну, это копейки. Вот. Получается, подрамник. Там, который находится. Вот. Для увеличения жесткости кузова. Вот там, да? Ну, там. Там защита стоит. Блокировка этого дифференциала. А что такое дифференциал? Ну это в коробке какая-то шняга. А что он делает? Ну как сказать. Да как есть, так говори. Блин, улучшает прохождение. И, типа, как чит-код? Марио? Типа того. На бесконечной жизни, да? Определяет нагрузку на колеса там. Короче, улучшает там, типа, если одно колесо буксует, другое там это. Короче, там, не знаю, что там. Ну, колеса распределяет нагрузку. Так, и значит, это, короче, 49 тысяч, да? Да. И сколько установка? 11 тысяч. Ну, а они сколько хотели, где продавали подвеску? 25 тысяч в Толете. Блин, ну это очень дорого, да? 25 тысяч. Это комплект почти полтинника, это 25. Получается, они типа дают гарантию, если они установят, или также есть гарантия? Нет, также есть гарантия. Где хотите, там устанавливать. Они не заставляли, они не говорили. Ну, блин, 25 тысяч это... Ну, может, для Тольятти это небольшие деньги. Я фиг его знает. Ну, типа париться много, наверное. Эти же много парятся, два дня. Два дня делали машину. Короче, итого 49, 11 тысяч. Что-то еще, да, было? Там мое личное, там, то, что я сцепление поменял, потому что я скупочно проехал. А, ну то, что залез, там расходник сидит, да? Да. Ну и плюс доехать за запчастями, но это тоже не считается, это кто где живет. Они же транспортные компании отправляют, ну, доставку, да, там. За 1300 они присылали, я поехал, 1600 я на газ потратил, чтобы доехать. И плюс
Ну и как ты по 10-бальной шкале оценишь подвеску? Может, 9? Да, почему 9? Ну, скажи хотя бы один минус. Ну, так не интересно. То, что, блин, наверное, просто, может, дороговато для некоторых. Минус дорого, да? Ну, для некоторых. Просто кто целевой покупатель такой? Если, например, ты, у тебя мало денег, ты едешь на приоре, вряд ли у тебя есть 70 тысяч на подвеску. А если у тебя есть куча... Так, ну, у меня и тогда появились. Ты же кредит взял. Он уже будет, наверное, в течение 2 месяцев. Ну, не, ну просто если у человека есть много денег, он, скорее всего, возьмет что-нибудь типа иномарку и не будет париться. Нет, это только петушки так говорят. Возьми иномарку и не париться. Петушки, ко-ко-ко, да, иномарка, да, кредитная. Да, сейчас там в комментариях куча идиотов будут говорить там. Неадекватные Нет. вещи. Я Мы... вот хочу, почему я должен слушать всяких дурачков? Ну да. Я хочу вот так вот. Как говорится, my life, my rules, да? Да. Как там? Слепит. А где наклейка, кстати, про спорт вот это? Ой, как она там? Автопродукт? Да. А ты сказал, что это автопродукт? Ну, в начале же ролика мы же там у них находимся на производстве. Просто у них производство, оно же такое большое, но получается, ну, налаженное. Ну, это когда тепло будет наклеишь, да? Ну, да. Мне просто интересно, производство такое налаженное, типа, ну, видно, что они много таких комплектов продают. Просто кто этот потребитель, каково его лицо, мне просто интересно. Ну, такого я, конечно, не ожидал. Ну, ты, понятно. Ну, мы приехали, ты же записывал на видео, там, вот, в течение, там, сколько, полдня прошло, сколько человек, 8 заказал у них уже. Ну, а у них только на иномарке или на что там? Или на... Нет, ой, то есть... машины. Вроде Веста не делают, только Грант, Калина. И что-то Датсун какой-то, по-моему. Ну да, ну это тоже то же самое. Тоже Грант, потому что кузов одинаковый. Ну да. Короче, ты, грубо говоря, вкинул 70 тысяч и получил... Нет, 60. Неправильно. А, 60, да, 60. 50 и 10, ну, 60. Ты, получается, кинул 60 и... Ну, что-то можно не ставить, там, блокировку дифференциала, может, кому не надо. Ну, не знаю, подрамник по-любому надо. Ну, я сразу почувствовал. Ну, короче, если бы ты дифференциал не ставил, то установка у тебя бы в пятерку бы вышла, да? Установка, да. В Овчанске бы согласился за пятерку. Да, это в коробку лезть, это дифференциал, это надо сразу коробку лезть, подшипники менять. А что вот он дал, дифференциал? Ну, проходимость. Ну, значит, это полезно. Это старт быстрее стал. Типа, мяу, да? Ну, да. Получается, да. Понял. Че еще? Ну, короче, ты доволен, не жалеешь потраченных деньгах. Ну, вот ты ехал сам, вот мы ехали. 130 мне потом говорит папулька, он звонит, говорит, что ты как бешеный ездишь. А я ни одной текучки даже не почувствовал. 17, это причем еще 17 колес стоят. А ты скажи, какой профиль, чтобы люди знали. Толщина. 205 на 45. Это 45 толщина, да? Да. Ну, это маленький. Резина липучка. 17 диски. Да, мы входили в такие повороты, то есть кренов не было. Ну, вот. Машина уверенно держала. Какая скорость была? Вот даже тут мы повернули. 100 километров, может, была скорость. Мы повернули, как бы ничего вообще. Ну да, максимум крыса упала с панели приборов. Да, крыса только не выдержала. На подвеску выдерживала. Ну да. Ну, короче, вот мы вам показали все от покупки, от выбора, потом до покупки, мы потом поехали на склад, на базу, вы сами увидели, как это все продается. Там директор вышел. Ну да, я тоже это, скорее всего, это уже вставил. Типа, ну, к нам вышел директор, мы покатались на Калине, мы привезли, и потом увидели, как это ставили, это установили, и мы еще на этом покатались и протестировали. Ну да, вот только плохо то, что люди все равно, некоторые, они дурачки, они, как сказать... Что будут говорить про иномарки, ко-ко-ко, иномарки. Иномарки, тушки. Ко-ко-ко. Да, будут говорить, легче взять иномарку какую-нибудь, Audi какую-нибудь старую, или еще что-нибудь, Mitsubishi какой-нибудь. Кататься. Ну да, как говорится, my life, my rules.
Ладно, подписывайтесь на канал, поставь лайк тоже. Скажи, подвеска рулит. Да, подвеска тащит. Спасибо автопродукту. О, а тебе платил автопродукт, кстати? Нет. Ну, это, конечно, неподкупный обзор получается. Ну, вообще, нисколько. Блин, да, ну хоть бы мог хоть что-нибудь заплатить, да? Да нет, они сделали качественную вещь. Это, блин, самое лучшее, что может быть. В природе. Ну, блин, подарок, так сказать. Никаких денег не надо. Вон, блин, мне подарили вон какую вещь. Ну, езди, не парись теперь. Блин, а... тебе было кайфово вот ехать? Вообще по кайфу. Вот. Никаких дребезжан, ничего не было. Это 17-е колеса. А скоро будут 15-е, и вообще будешь летать как по воздуху, да? Не, они не нужны. Все, ладно. Всем пока. Подписка на канал, лайк, репост, комментарий, колокольчик. Там все нажимайте, что найдете. И не переключайтесь, скоро снова опять увидимся. Что-нибудь еще протестируем. Какую-нибудь штуку, дрюку для тачки или около того. Так что всем пока. Пока.